Добрый день, Киев. Должен быть оффроуд фестиваль, оффроуд фэмили, но не будет его из-за карантина. Будет небольшая гоночка, тут 5 спецучастков. Ну и в течение дня их надо будет брать. Так что ждем сейчас старта. Первый спецучасток, ну, тут два таких вот засадных места. Ну, первый, ну, короче, вот он так вот стартует прямо. Куда-то туда едет, там разворачивается, возвращается, а потом вот по этой грязюке вокруг этого дерева, тут вторая грязюка и на выезд. Первый Сузуки, да, я так понимаю, с Бобровицы поедет. Ну, первым тут, наверное, еще проскочит, а вот третья-четвертая машина, тут уже начнется, наверное, самое интересное, когда немного раскатают. В общем, ждем старт. Проскочил. Там, я так понимаю, дальше сухо. Там он недалеко, метров 50 от меня. Он развернется. И подождем его сейчас здесь. Вот он уже возвращается, наверное, секунд 10 не было. А сейчас будет. Проедет, не проедет. Давай. О, красава. Ну, я думаю, здесь, наверное, проедет. Тут вроде справа полегче. Да. Ну, первая машина преодолела быстро. Следующая L200. Посмотрим, она побольше, потяжелее. Причем намного. Ох ты ж. Красиво, конечно, проскочил. Да там, там дальше смотреть нечего, там сухо, просто разворот. Вот он возвращается, уже этот быстро едет. А, что, все? А, просто не повернул. Ну, выехал, ну, конечно, накопал тоже нормально. Ой, это были ветки. Хорошо, что в бампер, а не в радиатор. Есть. Рубикон следующий. Красиво, конечно, накидал грязюка. Сейчас не буду выключать камеру, покажу, что реально там где-то недалеко развороты быстро. Вот он развернулся и несется обратно. Надо немного отойти, а то на скорости тут в повороте стою. Я думаю, быстро. А, еще ж не повернул, да. Первым было легче с разворотом самой маленькой машинки. Есть. Следующий Toyota, первый раз участвует, еще такая ни одной царапины на ней, порезанная там вся. Toyota-то проедет, конечно же, она вообще маленькая. Развернулась и несется обратно на меня. Вписался, не вписался, поворот вписался. Обкидался грязью. Газик. Бобровицы. А, что такое? Что случилось? Долго разворачивается. Блин, машина вроде короткая. Что-то с коробкой. Проехал. Следующий.
Паджеро. Ждем его на обратном пути. Возвращается. Не туда повернул. Перепутал поворот. Не наливать больше. Куда там штурман смотрел? Да пусть сюда, тут даже сложнее. Тут ему сейчас будет сложнее повернуть, наверное. Так, а так сложнее будет. А что, так можно? Сейчас он тут еще встрянет. Не, не встрянет. Только не копай, пока там приехать. Да, кто будет следующий, тому, блин, не повезло. Так. УАЗик. Один, два, три, поехали. УАЗик проехал. Так, УАЗик летит. Бери левее, левее бери. УАЗик правильно заехал. Один УАЗик. За ним, я так понимаю, еще один УАЗик будет. Ну, этот УАЗик такой. Всем УАЗиком УАЗик. Какой-то бешеный УАЗ. Блин, он несется капец как. Ай, блин, ну. Красава. Подозреваю, что это, наверное, если не лучшее время. Наверное, лучшее, потом посмотрим. Времена. У УАЗика, говорят, было лучшее время, и на второе месте идет с разницей 5 секунд следующий. Корсара тоже такой, двигло там, блин, нормальное, звук классный. Летит обратно. Ай, дерево, въехал немного. Не рассчитал. А здесь Нива из Чернигова. Причем приехал своим ходом с Чернигова. Сколько там километров? 150 до отсюда, наверное. Ай-яй-яй. Не проехал. Что-то тяжело. Там вам было уже выезжать. Потом еще поеду по второму кругу. Я так понимаю, там вообще кто-то да застрянет, наверное. А, не туда, не туда, не туда. Короче, что-то он не туда заехал. Малеха. Ну, блин, да, там что-то. Вроде и машина маленькая, но, наверное, с такими колесами выворот. Пушнивый. Плохой. Есть. Нива 11 номер из Прилук. Это, конечно, Нива. Всем Нивам Нива. Классный аппарат. Несется. Блин, нифига себе он несется. Отлично. Гелик. Но он такой высокий, там капец какие, блин. Клиренс у него.
так он так вроде до отсечки, но сильно не разгоняется. Двигатель работает. На пониженной едет, наверное, да. Слышно, что двигатель работает до отсечки, но что-то не быстро едет, честно говоря. Конечно, будет тяжело ему сейчас повернуть. Высокий, ветки висят. Не, поверну. Сейчас будет Сузуки, а вот там подъезжают интересные участники. Вот один. И там еще ГАЗ какой там, 53, по-моему, где-то я вижу сзади грузовик. Так, смотрим пока за Сузуки. Это бешеная Сузука тоже. Легко проехала здесь. Несется. Патруль. А, да, блин, на щи там, блин, немерено. Летит патруль. Ну, конечно, он большой, длинный. Грязи от него летит много. Есть. Самый большой участник, Dodge, на гигантских колесах. Блин, ну он очень быстро проскочился. Посмотрим, как он развернется там. Единственное, сейчас тут крутиться будет, наверное, вокруг дерева. С первого раза не развернется. Так, надо отбежать, наверное, было. Меня там фиг видно ему. Из-за руля. Не-не-не-не-не. Да. Короче, тоже не туда повернул. Но уже пусть едет туда. Время теряет на развороте много. Наверное, дольше всех будет разворачиваться. Красиво выехал там. Есть. А сейчас самый необычный участник. ГАЗ. Грузовик. Ай, что-то передок не крутит. О, вроде уже крутит. Блин, а что-то ему так тяжело. Резина вся замылилась уже. Короче, сейчас он здесь еще накопает. Или с резиной что-то у него не то. Ну как-то, блин, он так тяжело тут проехал. Летит грузовичок. Опять не туда, но
Там вроде тот же пилот, что был на предыдущей машине, поэтому он туда же и поехал. Но он хоть покороче немного, чем Dodge. Ехал. Газик начинает второй круг. Готов? Готов. Короче, он и первый раз, я так понимаю, неправильно поехал, ну и второй уже по обратку, ну, в принципе, без разницы. Я так понимаю, все равно время суммирует обоих кругов. Ну, конечно, такому грузовику тут тяжело повернуть, еще и на таких колесах гигантских. Он уперся, походу, в ветку. Ждем его, когда он развернется там. А, что-то он как-то ленточку между колес спустил. Интересно будет посмотреть потом на Нивы, газики, как они УАЗы вот тут теперь поедут. Эти сейчас бигфуты раскатали здесь. А участников добавляется, сейчас еще Тойотка поедет сюда. Тойота едет, отлично. Возвращается. Ну, опять не туда, но, в принципе, все равно. Если он на второй круг пойдет с той стороны, будет дерево обходить, то без разницы, наверное. Но так даже тяжелее для него. Но легко и довольно-таки быстро. Тойота на второй круг. Два, три, поехали! А, чтоб шноркель там сейчас не оставил свой обветку. А, тихо, и стекло не выбил. Выехала. Следующий гигант. Готов? Один, два, три, поехали. Конечно, сейчас будет разворачиваться. О, так он нормально еще почти, блин. Ну, конечно, с первого раза не проедет. Ну, три приема развернется. Давай, давай, проходишь, проходишь. Ну, можно было и пройти, наверное. Да, так красиво там развернулся в дрифте. Я пропустил момент. Тихо, тихо, тут надо направо. Есть. Довольно-таки быстро, намного быстрее, чем первая попытка. Синенький патруль. Один, два, три, поехал!
и непривычно тихий. Обычно эти патрули, блин, гудят, так что вот тут так тихо работает. Накидал грязи нормально. Обратку едет. Маленькая Сузуки. Летит просто. Есть. Гелик. Только слышно. Нива. Сейчас вот так, да. Так как они ехали в тот раз. Готовы? Один, два, три, не видно, сейчас этот будет где-то, вот он разворот. И обратно. Ого, он, по-моему, даже не тормозил в повороте. Блин, ну это было очень быстро. Уже такая канава. По-моему, он не туда повернул. Надо было на меня поворачивать. О, есть первый застрявший, похоже. По идее, тогда сейчас он должен здесь правее брать, вот тут. Следующий у вас. Ой, там, блин, ей, блин, от шнорки что оторвал или? Походу там. Сейчас посмотрим, что там со шноркелем у него. Подберите вот эту фигню, я даже не знаю, как она называется, вот это на шноркеле круглая. Там еще полный салон людей, человек 5 как минимум я вижу.
что сзади там тесненько сидят. Финиш. Два, три, поехали. Ёлки-палки, она чуть, по-моему, на бок не лёг. Так активно крутит рулем, красава. Очень быстро тут проехал. А что-то там газик встрял или что, он там остановился? Что там с ним случилось? Надо пойти посмотреть. Газика сход. У газика вылетел рычаг переключения передач. Ну, потом он перезаедет. Смотрим на Рубикона. Один, два, три, поехал! Давай, давай, о, отлично, повернул. Финиш. Следующий. Один, два, три, поехали. Ой, что-то он там. Взял максимально право, но все равно что-то не попал в поворот. Я здесь сейчас увижу разворот с этой позиции. Финиш. Перевес газика. У него ручка это, переключение передач вылетело. Да, ну, в руках осталось. Не, что-то не то с газиком, блин. Что-то с газиком не то. Не хочет ехать. Главное, чтобы сейчас скорости хватило выехать. Ай-яй-яй, не переключил. Есть. Еще один новый участник, кукурузер, приехал. И главное, чтобы запаска не вылетела с крыши там где-то. Несется хорошо. Не, надо было, наверное, сюда левее. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, сядет. Хоть кто-то сядет, да, сегодня здесь? Не, еще пока едет.
Есть, вытащили в Toyota. Сузуки. Здесь по колее надо ехать, да, вот так. А Toyota, блин, повернула не там, где надо, и села. Еще одна шнива появилась. У него колеса маленькие, не знаю, как он тут будет ехать. Интересно посмотреть сейчас на него. Все прибежали снимать, посмотреть на шниву. Начал тяжело. Не туда. Вот это зря он поехал, конечно. Тяжело будет повернуть. Да ладно. Не, не, все-таки не. Уходи. Да, наверное, все-таки нет. А все потому, что не туда поехал. Ох ты ж, блин. Он аж прыгнул, по-моему. Прыжок такой с места был. Еще один, кстати, участник появился. Мегауаз. Давно я его не видел. Да-да. Уже застрял. Повернет? Нет. Да-да-да, правильно, влево, да. Помчался. Ай, опять тоже не туда. Чуть было ленточка не порвал. Сейчас, короче, он шниве, по-моему, только испортит трассу. Колеи уже не будет.